округе прошла встреча жителей микрорайона Тайнинский с представителями застройщика. Мытищинцы обеспокоены ведущимся строительством. В частности, их интересует вопрос переселения и социальной инфраструктуры. Продолжается реконструкция нашего микрорайона уже несколько лет. И у нас происходит периодическая встреча с инвесторами-застройщиками, посвященная этой встрече проблемам, которые возникают на территории микрорайона нашего в связи с вот этими многочисленными строительствами. Главные вопросы, которые волнуют жителей нашего микрорайона, это то, когда будет расселение, куда жители будут расселять. В первой волне, да, действительно, там люди получали то, что они заслужили, получали хорошее жилье в хороших условиях. Значит, сейчас, к сожалению, такого уже нет. Мы уповаем на то, что все-таки будет конкретный положительный результат для жителей нашего района. Строительство 22-го микрорайона ведется в рамках договора о комплексном развитии территории. Вместе с жилым комплексом там возводится школа на 1100 мест, а также будет построен детский сад на 220 мест и поликлиника на 60 посещений в смену. Таким образом, жители микрорайона Тайнинский будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой. Основные вопросы жителей очень интересовало. Какова будет экологическая обстановка после того, как здесь будет возведен комплекс, наш жилой комплекс. Вот. Ну и, естественно, что будет из социалки, выполнено застройщиком. Проект большой, вот, поэтому будем не раз встречаться и разговаривать, пояснять, вести беседы.